Всем привет! Очередное наше путешествие по сюжетам картин. Вот картины «Пигмалион» и «Галатея». Пигмалион – это легендарный скульптор, царь Кипра. Он влюбился в созданную им статую прекрасной Галатеи. Пигмалион не встретил ни одной женщины, которая бы отвечала его идеалу, и решил никогда не вступать в брак. Вот как пишет в «Метаморфозах» Овидий. А меж тем, белоснежный он с неизменным искусством резал слоновую кость. И создал он образ, подобный женщины нет, свет не видит, и свое полюбил он создание. Так пишет Овидий в «Метаморфозах». Из разных мест стекались люди, чтобы взглянуть на статую, и всех покорила Галатея целомудренной красотой. Скульптор влюбился в нее, свое творение, и однажды в храме Афродиты попросил богиню послать ему возлюбленную, столь же прекрасную. И тогда Афродита, вняв мольбам Пигмалиона, велела Амуру оживить статую. Статуя ожила, они стали жить вместе. Галатея родила Пигмалиона дочь Пафос, именем которой был назван город на Кипре, центр культа Афродиты. Я подобрал несколько десятков картин из интернета, касаемо этого рассказа, этого мифа. Пожалуйста, посмотрите. Вот такая вот история о Пигмалионе и Галатее. Все, всем пока, всем привет, до свидания.